Фермеров Дагестана призывают проводить плановую вакцинацию скота. В ряде регионов России отмечается сложная ситуация в связи с выявлением очагов заболевания узелковым дерматитом. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Астраханской области. Проблематичная ситуация в Хакасии и Иркутской области. Комитетом по ветеринарии Республики Дагестан и Россельхознадзором будет усилен контроль за ввозом сельскохозяйственных животных из неблагополучных регионов.